На минувшей неделе в округе прошел первый форум по вопросам взаимодействия с Институтом сельских старост. Руководитель муниципалитета подчеркнул важность события и дальнейшие перспективы развития этого проекта. Подобные форумы будут проходить ежеквартально, но хочу подчеркнуть, что руководители территориальных управлений, где есть сельские населенные пункты, должны встречаться со старостами и председателями ТОСов гораздо чаще. Андрей Иванов поздравил главного архитектора округа с высокой наградой. Буквально на днях Кириллу Завражину вручен почетный знак «Кентавр». Это высшая профессиональная награда для архитекторов. Она утверждена Союзом архитекторов России. Думаю, что мы все вместе поздравляем Кирилла Александровича с этой достойной наградой. И на самом деле очень рада, что в нашей команде есть такие талантливые люди. Это на 100% заслуженная награда. На совещании была представлена концепция благоустройства территории памятника маршалу Неделину. Он будет установлен до конца этого года. Памятник будет располагаться на пересечении улиц маршала Неделина и Молодежной. Как будет выглядеть проект, какие будут использоваться материалы и как эта площадка будет в ночное время освещаться. Все это для нас очень важно. И важно на самом деле не только поставить памятник выдающемуся человеку, но и правильно благоустроить окружающую территорию. И действительно, чтобы это напоминало сквер, парк и, соответственно, всем стандартам, которые мы применяем в наших концепциях благоустройства. Также на совещании обсудили работу системы «Добродел» и уделили внимание приведению контейнерных площадок к стандарту. По итогам планерки даны поручения профильным заместителям, их исполнение на личном контроле главы. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телеканал «Одинцово».